люблю говорить, что у меня непробиваемая самооценка, очень даже пробиваемая. И очень даже я бываю в себе не уверен. О, блин. Даже, короче, но и это я сейчас говорю не благодаря Майку Тайсону, которого Шотс я сейчас посмотрел, где Тайсон говорит про свой страх, там все такое. Короче, вот показываю дату. Вот так вот. То есть, вообще, этот мой режим, он очень рок-н-ролльный. Только надо выдержать. И все. И рок-н-ролл будет в наших руках. Поехали, встаем. Новый кофеек. Он налит. Стальной втулки. Сейчас дерябнем кофельку. И будем пару часов счастливы.